На концерт пригласили около 20 ветеранов. К сожалению, за состояние здоровья прийти смогли не все. Но каждый житель Барановки, который внес свой вклад в победу, удостоился новой юбилейной медали. Во время войны я работал. Война была для нас очень тяжелая и длительная. Но мы победили и выстояли. Спасибо всем, кто не забывает нас. После церемонии награждения участники творческих клубов Дома культуры представили концерт, который подготовили сами. Говорят, что уже с нетерпением ждут 9 мая. Для этой даты специально репетируют новые номера. Ветеранов своего села жители ценят и уважают. Один на один с бедой или даже с бытовыми трудностями никогда не оставят. Да, я ветеранов на селе уважаю очень. Помогаю им в хозяйстве. Всем помогаю. Попросят в магазин сходить, я быстренько схожу. Что им надо, то и помогу. А совсем скоро в сельском округе появится и новый памятник героям. Те, кто отсюда в тревожном 41-м отправился зачищать родину. В годовщине победы у нас строится памятник в селе Пластунка. Там, к сожалению, до этого момента такого памятника не было. Это ушедшим на фронт из села Пластунка. Там будут отображены более 300 фамилий жителей, которые ушли на фронт. До 9 мая осталось менее 2 месяцев, а жители Барановки уже активно готовятся к этому знаменательному дню. Как обещают, в этом году праздник в сельском округе отметят масштабно и ярко. Игорь Кырпа, Борис Осень, телекомпания ФКТ.